Деякі заспокійливі перетворюють людей на овочі. А Біфрен знімає стрес і зберігає мозок активним. Біфрен. Працюй спокійно та ефективно. Нет, ну здесь сыр. Какая разница? Ну, тебе нет разницы, мне есть. Перфекционистка ты моя. Ну, просто я хочу, чтобы все было аккуратно, чтобы люди приходили не в забегаловку, где все кое-как. Ну да, и дома у нас тоже так будет. Тут табличка, там указатель, я вон с бейджем. Лизка, ты у меня самая классная. Я поехал, мне сегодня еще 5 магазинов. 5 продавщиц. Ты что, ревнуешь? Очень. Да, оказывается, в деревне тоже встречаются приличные места. Здравствуйте. Колян, нифига себе, ты посмотри, какие тут девчонки в этой дыре водятся. Мы с тобой зачем-то на море пилим. Добрый вечер. Вы что-то хотели? Да, море, музыка, вино. А поехали с нами. А что? А что вам тут в этой дыре ловить? А там ночь, ветер с моря дул. Мы с вами танцуем под блюз. Колян, а ну-ка постой там возле крылечка. Скажешь, ты здесь переучил? Потанцуем. Руки уберите. Да чего? Просто потанцуем. Уберите руки. Я сейчас закрыто, переучу. Хорошо. Да. О, доченька прибыла. А что, папке секушку не додумалась принести, а? Пап, не шуми, пожалуйста, маму ребят разбудишь. Сейчас самому приходится делать. Пап. Порции, конечно, не те, но... Пап, так, все. Хватит, тебе на работу пора. Секс! Я тебя не спрашиваю. Пап, пап, давай. Давай, 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 вставай. Пойдем. Пойдем, тебе немного поспать надо, давай. Вставай, вот, вот так. Чёрт бы тебя побрал, паразит! Дядь Слав, ты чего грузный такой сегодня?
А Петрович Путин не ладен. Уже 20 минут, как сменить меня должен. Вот звоню, трубку не берет. Дед Слав, это Лиза. А Петрович где? А он заболел, простудился. Лизонька, скажи только честно, опять нажрался? Ну да, пьяный. Дед Слав, пожалуйста, ну может как-то можно? Его же выгонят, он так еле устроился. А он вечером выйдет на сутки, я обещаю. Все, Лизонька, не уговаривай. Не буду я его больше покрывать. Хватит. Мне такой сменщик не нужен. Дед Слав. Буду рапорт начальству подавать. Дед Слав, да ладно, ну... Слушай, давай я подежурю. Ну тебе-то какая разница? Че, ворота не откроешь, что ли? Ну ладно. Повезло Лизке с тобой. Только мой тебе совет. Поженитесь, забирай ее и валите от Седова куда подальше. То, что он алкаш, это полбеды. Гнида вон порядочная. Батюшки, Каинова. Здравствуйте! Здравствуйте! Дед Слав, ты бы еще честь уже. Честное слово, как будто президент какой приехал. Каюмов, он же барыга из бывших бандитов. Бандитов, говоришь? Да чтоб ты понимал, у меня роднее отца родного будет. Он кто? Хозяин города. Все под контролем держит. Мам, ничего ты встала? Иди ложись, я приготовлю и принесу. Не-не-не. Как ты себя чувствуешь? Да так, что-то голова кружится. И сердце прямо как-то будто из груди хочет выскочить. Мне дед Саша сказал, что ему насчет его обследования по квоте в областной на эту неделю скажут. Это хорошо. 9. А ты как? Отлично. Мне подработку предложили. Оформить зал товаров для новобрачных. Так что я теперь тебя не только продавец, но и дизайнер начинающий. А заплатят много? Ну, мам, я на много не рассчитываю. Все-таки я не профессиональный дизайнер. Да и так это больше по дружбе. Понятно. Где отец? Спит. Где ему еще быть? Ну, как же работа? Ну, его же опять уволят. Мам, ну все, не волнуйся. Мишка звонил, он с дед Славой договорился. Прикроют. А папа в вечернюю смену выйдет. Мам. И направляющая, то есть запирающая секция будет просто отъезжать вдоль ворот. Открываться будет с проходной? Это как вы захотите. Можно просто кнопкой с проходной, а можно поставить радиомодуль и раздать шоферам брелоки. Прошу вас. Спасибо. Тяжело было столь чекушку для поправки отцу принести, а? Количество камер мы увеличим, чтобы хорошо было видно номер машины. Здравствуйте. Привет. А что это за красавица? Так это дочь моя, Лиза. Альберт. Лиза. Альберта по отчеству? Для вас можно без отчества. Ладно, пап, я уже пойду, а то опаздываю, вот тебе еще бутерброды. Так давайте я вас подвезу. Зачем? Мне нужно, спасибо. Я сама. А вы... Горюнов Николай, охранник. Вы не засиделись тут в охране? В вашем-то возрасте уже как минимум начальником смены нужно быть. Завтра оформим. Завтра тоже приступайте. Шеф, мужик выпить любит, сразу видно. Куда ему еще травмат? Слушай, я хочу знать об этой девушке все, абсолютно все. С кем дружит, с кем встречается, что любит и где работает, все. Вообще не вопрос, сделаем, шеф. Только девчонка простая, по ней же сразу видно. Может, просто к вам домой, ну, шампанское, свечи, романтика. Слушай, я забыл. А в какой момент я просил твоего совета?
простите, просто я подумал. Леша, а ты не думай. Ты делай. Катьку нарисовать. А ты? Нравится? Да, очень. Лиза? М? Может, примеришь? Можно. Только на втором этаже. На обувь в пятой палате не забудь капельницу поменять. Да, и к Матешке зайди. Мне не нравится, как у него давление скачет. Да, знаю, я знаю. Идите уже домой, Александр Борисович. Отдохните. Вы вторые сутки из больницы не выходите. Ладно, пойду. Если что, сразу звони. Угу. Ну, что скажешь? Ну, так... Тоже мне джентльмен. Даже комплимент девушке сделать не можешь. Сейчас. Заработаю. Прорвемся. Красиво танцуете, молодежь. Добрый вечер, дед Саш. А ты что, домой? Да. Да. А я ужин не приготовил. Думал, ты сегодня опять до утра на работе. А у меня с собой бутерброды есть. А я не откажусь, Лизонька. Так, там по зубке чайник и... Да, я сделаю. Ну вот и поужин. Садитесь. Спасибо. А мама его мечтала, чтобы Мишка врачом стал. Да, я помню. Ну что поделаешь, если все сейчас упирается в эти дурацкие деньги? Мишка же нет хорошей жизни, шиферит. Да я все понимаю, но есть же и другие профессии. Нужно учиться, пока молодой. Дед Саш, я обещаю. Мы поженимся, чуть наладим нашу жизнь. Я его сама отправлю учиться. И ты тоже хотел? Я поступлю. Дайте время. И он, короче, так и сказал, что вы, мол, Николай Петрович, здесь самый толковый, и на вас одна надежда. Ну, в плане охрану наладить. Вот. Человек зарплату мне повысил. Угу. А ты бы видела Славкину рожу.
Он-то из себя правильного корчит. Первым бежит шлагбаум открывать, когда Альберт Евгеньевич приезжает. Выслуживается. Алло! На, выпусти! А Юма узнает, кто на самом деле могет, а кто так задницу лижет. Оль, ну остынет же. Ты хоть понимаешь, курица, что жизнь у нас теперь с тобой другая начнется? Я с Каюмовым горы сверну! Свернешь, Коля, свернешь. Стало быть, не веришь. Ну вот, видала. Травматывая далеко. Все чинчинарем с разрешением. А кому попало, такие вещи не выдают. Доверяют. Оля, я тебя прошу. Не уважаешь ты меня, Наталья? Давно ты к нам не приходил. Командировочка, Миска. То туда, то сюда. А чё? Я слышал, твой Мишка тоже решил в дальнобой податься. Да, вроде. На свадьбу не забудь позвать. Ой. Здравствуйте. Альберт... Я же говорил, можно просто Альберт. Здорово. У вас здесь все устроено. Не хочешь, а купишь. У вас пропадает не только дизайнер, но и маркетолог. А чего вы решили, что это я? Ну, я как руководитель не только должен знать все о своих сотрудниках, но и о их семьях. Да, но это как-то странно. Просто вы такой человек, и какой вдруг... Какой такой? Я обычный человек, вот, проезжал мимо, решил хлеба купить. У вас хлеб есть? Да, конечно. Вам какой? А какой вам нравится? Ну, мне нравится бездрожжевой. Правда, он дорогой? Mm-hmm. Ой! Ну что ж, разорюсь, но куплю. А если серьезно, я, конечно же, не случайно заехал к вам. Я недавно приобрел помещение под ресторан. Ну, хочу оформить нестандартно. Как вы смотрите на то, если я предложу это сделать вам? Мне? Серьезно? А что это вас так удивляет? Ну, просто все, как правило, обращаются к профессиональным дизайнерам. Я всегда поступаю не как все, а так, как считаю нужным. Привет, привет. Слушай, тут мне сказали, что ты жену обижаешь и дочку. Я? Да как же, клевета. Так вот, не надо. Нет. Особенно дочку не надо. Такой криминал авторитета. Он оказался таким простым, деликатным, вежливым. И самое главное, это помещение под ресторан. Делай, что хочешь. Это не фотофон в этом промтоварном. Угу. А еще Каюмов сказала, если нужно, можно все материалы в столице купить. Миш, ну ты чего? Ничего. Держалась бы ты от него подальше. Ну почему? Я же говорю, он абсолютно нормальный. Деликатный, вежливый. К тому же... хорошие деньги предложил. Они нам сейчас очень нужны. Деньги нужны, да. Я разговаривал с начальником колонны. Он сказал, что на следующей неделе могу оформляться и в дальнобой. Уже? Ну да. Лиз, ну мы же с тобой обо всем договорились. Я перееду квартиру с ним. Потом ты ко мне. Ну и маму с братьями перевезем.
я к тебе как то приеду? Какой же я? Так. Елизавета Николаевна? Будьте, пожалуйста, моей женой. Пожалуйста. Дурак ты, Мишка. Тебе правда это платье нравится? Правда, очень. На нашу Лиску запал. Это хорошо. Да чего ж тут хорошего? Ему побаловаться, а ей потом жить. Дура ты! Че побаловаться-то? А если даже и побаловаться, так че, с Лиски-то не убудет. А нам-то явно прибыток. Ну, мне по службе и вообще. Ты чего, старый хрыч? Ты дочкой торговать надумал или что? А ну цыц! Разговорилась мне. А? Смотри у меня. Мне кажется, что если вот здесь освободить пространство и сделать детскую комнату... Лиза, ну при всем уважении это все утопия. Вот на освещение уйдет львиный кусок. Заказчик не даст вам денег на все эти ваши идеи. Ну хотя как профессионал я скажу. Да, в этом что-то есть. Правда? Вам нравится? Не все. Но в целом. Вот если бы стенку заменить на прозрачную ширму. Да, чтобы родители могли наблюдать за детьми. Детская комната, ширма. Зачем вообще в ресторане дети? Ну, затем, что у нас семейный ресторан. Какая же семья без детей? Браво, Елизавета Николаевна. Золотые слова. Здравствуйте, Альберт Евгеньевич. Привет. Ну как, сработали с молодым дизайнером? Уж больно идеи, как бы так помягче выразиться, прогрессивные. Я боюсь, когда вам Володя смету принесет, вы его за шею погоните. А вы не бойтесь, несите. Посмотрим. Елизавета Николаевна, а может, обсудим ваши прогрессивные идеи на объекте? Да, давайте. Так, Миш, наверное, здесь прям ставь, я потом разберу. Ага. Здрасте, Николай Петрович. А тебе что, не на службу сегодня? Мне к трем. Так а чего ты наливаешься, если тебе к трем? Да кто наливается? Ну так, выпил чисто для настроения. Будешь? Да нет, спасибо, Николай Петрович. Ага. Все, тетя Наташа, я побежал. Спасибо, Миш, спасибо. Какой-то он мутный, некомпанейский. Привыкай, Коль, это все-таки зять твой будущий. Чего? Какой такой зять? Обыкновенный. У него с Лизой все серьезно, он ей предложение сделал. У них через месяц свадьба, Коль. Улетает твоя дочка из гнезда. Сдачу забыла, ну. Лизка за Мишку? За обыкновенного водилу? А ты кто? Король английский, принц, олигарх. Кто ты, Коля? Не бывать этому. На нее такой человек засматривается, а тут какой-то Мишка. Я сказал, не бывать этому, все! Ясно? Геннадий Сергеевич опытный художник и очень мне помогает. Но его идеи немного архаичны, если честно. Сейчас так уже никто не оформляет. Ну вот поэтому я вас и пригласил. Но все, что касается формы пространства... Я у него учусь. Лиза, вы просто очаровательна. Расскажите что-нибудь о себе. Что вам рассказать? Вы же все обо мне знаете. Вы встречаетесь с кем-то? Я замужем хожу. Угу. И кто этот счастливчик? Лучший человек на свете. Короче, этот Михаил уже несколько дней работает на эту фирму.
Сейчас, кстати, в рейсе, так что если его убрать, никто об этом не узнает. Ну что, валим? Нет. Я сам с ним поговорю. Мне очень нравится эта девушка. Не хочется, чтобы был криминал в этот раз. А он здесь бывает? А как же, постоянно приезжает невесту свою проведать. Он, кстати, по ночам подрабатывает у вас на базе. Потом еще целый час разорялся. Да кто он такой? Да я его бараний рог. Мам, ничего он нам не сделает. Да не отпустит он нас, Лиз. Что ты отца не знаешь? А мы не будем спрашивать. Соберемся и уедем. Да боязно как-то уезжать. Это ж как жизнь с чистого листа начинать. А что, если он увидит наши сборы? Ну, мы по-тихому соберемся. Сумки спрячем. Он, когда на смену уйдет, Мишка за нами приедет. Мы у него переночуем, а утром в ЗАГС распишемся. Все вместе уедем. Господи, мне уже в магазин пора. Михаил Александрович? Да. Здравствуйте, меня зовут Альберт Евгеньевич. Да, я знаю, как вас зовут. Здравствуйте. Подарите 5 минут. Конечно. Не хочу вас обижать предложением денег. Просто предлагаю подумать. Подумать о чем? Что вы можете дать Лизе? А что могу ей дать я? Ну, с одной стороны, каждая копейка на счету, больная мать, сопливые братья, которых нужно ставить на ноги. Ну, а с другой стороны, любые возможности. Вы с Лизой-то об этом говорили? Но прежде чем говорить с Елизаветой Николаевной, нужно убедиться, что поляна свободная. А если не нужны все эти ваши возможности? Это нужно всем. От меня-то вы что хотите? Но если вы ей желаете добра, то не будьте эгоистом. Отойдите в сторону. Так вот, уважаемый Альберт Евгеньевич, как вы выразились, поляна не свободна и не освободится. Всего хорошего. Шеф, что будем делать? Его машина может же улететь в кювет? А может, наркоман даже умпырнуть за дозы? Главное, чтобы это был несчастный случай. Да, это правильно. И, конечно же, я хотел поблагодарить главного дизайнера ресторана «Назад в будущее» Елизавету Горинову. Благодаря ее таланту и вдохновению в нашем городе появился ресторан, не побоюсь этого слова, европейского уровня. Димка, принеси мою сумку с кухни. Пап, я уроки делаю. Ишь ты, сопля неблагодарная, а? Воспитала, растишь их, кормишь, поешь, а потом на старости лет куска хлеба не дождешься. На, Куленька, держи, а то опоздаешь. Все, я пошел. А, алло, да, Мишенька, да. Да, собрались уже, ага. Ждем тебя, родной. Давай. А где Лизаны вещи? Лизаны? А, это еще вчера Миша к себе отвез. Фух, так. Травмат добыл. Еды ж ты, кочерышка.
Это куда вы собрались? А? Я тебя спрашиваю. Давай так, чтобы без свидетелей. С кармана все подостаешь, телефон там. Пускай думают, что наркоман из Одесника. Не боись, не впервой. И скроешься. Я тебя найду, когда нужен будешь. Хорошо. Это такая благодарность за все то хорошее, что я для тебя сделал! Оля, пожалуйста, успокойся. Ну, давай так, ну, пускай Лиза выйдет замуж, мы уедем. А ты живи себе как хочешь. Хочешь, пей, хочешь, работай. А никто никуда не поедет. И никто ни за кого не выйдет, я сказал. Ясно, я поняла. Я так сказал! О, а вот и зятёк явился. Николай Петрович, учу. Ах ты ж паскудник, а. Николай Петрович, ах ты ж гадина, а. Чё, опустите пистолет, а то... А то что? Человеку, особенно такой очаровательной девушке, как вы, нужна стабильность, защита. Нужен мужчина, который будет для нее опорой. У меня есть такой мужчина. Я знаю. Ой, простите. Ну, ничего. Да, мам. Лиза. Лиза. Ждем суда. Ясное дело, что посадят. Я больная вся, Лизонька, с того дня, ну просто сама не своя. Она вообще не пьет, не ест. Мы в долгах, у нас денег нет. Как жить? Мама, прекрати жаловаться. Лиза, примите мои искренние, глубочайшие соболезнования. Не хочется говорить банальных слов. Это страшное горе. И вам придется его пережить. Зачем? Что? Зачем пережить? Лизонька, доченька, ну что ты говоришь? Мишу не вернешь. А тебе же надо жить. Не смей. Ты слышишь, не смей о нем говорить. Не смей о нем говорить. Тише, 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 тише. Все пройдет, все будет хорошо. Лиз. Девочка, все пройдет. Все будет хорошо. Время лучший доктор. Значит так, дети когда вернутся в школу? Где-то через час. Отлично. Значит, вы пока собираете вещи, берете детей и едете в великолепный медицинский центр. Вас селят в коттедж, вы проходите обследование и пока будете находиться там. Ну что вы, какой коттедж у меня? А о деньгах не переживайте. Врачи, процедуры, все необходимое я беру на себя. Вот мой телефон. А если что-то, так сразу набирайте. А Лиза? Ну и Лиза, она тоже присоединится к вам, но только чуточку попозже. Вы не волнуйтесь, я обо всем позабочусь. Где-то через 2 часа за вами заедут. Спасибо.
признать виновным Горюнова Николая Петровича в совершении преступления, предусмотренного статьей 414, часть 2 УК Украины, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Приговор вступает в силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не подавалась. В случае подачи апелляционной жалобы судебное решение, если оно не отменено по результатам пересмотра, вступает в законную силу после рассмотрения дела апелляционным судом. Альберт Евгеньевич нам такую квартиру купил. 3 комнаты. Лучше хоть в футбол гоняй. Кухня 15 метров. Я каждый день просыпаюсь. Поверить не могу, что это все наше. Все там обставил. Даже это посудомойка имеется. Мальчишкам компьютеры купил. Ты сейчас приедешь, сама все увидишь. Из этого санатория так мне прямо уезжать не хотелось. Там такие специалисты замечательные. Они меня все обследовали с головы до ног и без всяких там квот. Лиза. Что? Ты будь с ним поласковее, что ли, а? Зачем? С тем, что он тебя любит. Ну, это же по всему видно. Ты же молодая, тебе жить и жить. Ну, что делать, если такая трагедия? Ну, не в могилу уже за ним. Я ничего не чувствую, мам. Понимаешь, вот вообще ничего. Как тебе объяснить? Он, конечно, хороший человек. Ну, вот не говори так. Ну, мы только стали жить по-человечески. Ты о себе не думаешь. Ну, хоть нас пожалей. Лиз, я не могу больше в нищете мыкаться. Я все понимаю, Лиза. И вас не тороплю. Альберт, я же совсем вас не люблю. Но зато я вас люблю. И надеюсь, что постепенно, ну, не сразу, я смогу вернуть вам радость жизни. Я сделаю все, что в моих силах. А я много что могу. Я не знаю. Вы хороший человек. Я вам благодарна за маму, за многое благодарна, но... Достаточно ли этого для семьи? Пока достаточно. Согласны ли вы, Альберт Евгеньевич, взять в жены Горюнову Елизавету Николаевну? Согласен. А вы, Елизавета Николаевна, согласны ли стать супругой Каюмова Альберта Евгеньевича? Согласна. В знак вашей любви и верности прошу обменяться поцелуем. Ты хотя бы улыбнулась?
вместе навсегда. В 14:00 мы должны быть в клинике. Из клиники я поеду по делам, ты домой. Я вернусь к 6:30, чтобы ты была готова. К чему? Я тебе вчера говорил. Мы едем на день рождения к сыну Романова. Там будет все руководство города. Ты мог бы поехать один, я не очень хорошо себя чувствую. Прости. Я буду готова к 6:30. И еще, если ты не против, я бы хотела встретиться с мамой. Нет, не против. Пусть возьмет такси, приезжает к нам, я оплачу. Но я могла бы сама поехать. Зачем? Ты же сказала, что ты плохо себя чувствуешь. Расходы, Лиза. Ты что, сама не справляешься? Справляюсь. Но Альберт так решил. Золото, а не муж. Так заботится о тебе. Да. Заботится. Ревнует ко всем. Постоянно контролирует, где была, кто звонил. Значит, любит. Ревность — это от любви. Ты вот как не понимаешь своего счастья. Лиза, всем бы такого мужа. Он с тебя пылинки сдувает, а ты? Да. Сдувает. Ладно, мам, я сейчас в клинику поеду. У тебя болит что-то? Нет, просто Альберт волнуется, что уже год прошел, а детей нет, наследника хочется. Наталья Алексеевна, добрый день. Здравствуйте, Альберт Евгеньевич. Ну что, дорогая, готова? Да. Как дела? Так, у вас от меня тайна? Ну, мы же договаривались. Ну что вы, нет, какие тайны? Просто мне неловко вас снова просить. Вот. Благодарю. Ну что, поехали? Да. Никакой катастрофы, разумеется, нет, но гормональный фон у вас, Елизавета Николаевна, повышен. То есть вы хотите сказать... Я хочу сказать... что ничего страшного я пока не вижу. Такое случается сплошь и рядом. Еще раз дадим анализы, отправим в областную больницу, получим результаты и назначим лечение. Елизавета Николаевна, моя помощница вас проводит там, в приемной. Спасибо. Альберт Евгеньевич, а вы задержитесь, пожалуйста. У меня для вас есть тоже кое-какие рекомендации. Что? Что-то серьезное? Вернее сказать, у меня к вам вопрос. Вы уверены, что ваша супруга не принимает контрацептивы? Что? Как ты могла со мной так поступить? Я спрашиваю, как ты могла?